Несколько минут назад стало известно, что в Москве в возрасте 22 лет скончался ведущий солист театра «Кремлевский балет» Анатолий Соя. Представители Государственного Кремлевского дворца в соцсетях отметили: «Нет слов, чтобы выразить эту невосполнимую и страшную утрату. Мы выражаем свои самые искренние соболезнования родителям, родным и друзьям погибшего, а также коллективу Кремлевского балета». Причину смерти артиста представители Кремлевского дворца не раскрыли, но друг погибшего Данилы Кудрявцев в соцсетях сообщил, что причиной смерти артиста стало отравление бытовым газом. Анатолий Соя работал на сцене театра «Кремлевский балет» 2 года. В 2017 году он окончил Московскую государственную академию хореографии и сразу был приглашен в театр «Кремлевский балет». Он исполнял главные партии принца Зигфрида в «Лебедином озере», принца Дезире в «Спящей красавице». Также зрители могли его видеть при исполнении сольной партии в «Щелкунчике». Приносим соболезнования родным и близким.